Мої вітання! З вами, як завжди, у цій порі програма «Життя яскраве». І сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування кави. Покажемо, якими незвичними методами її заварять в Черкасах. А також ознайомимо із діяльністю місцевих гуртів «Орфей» та «Перлина» – будинку культури імені Івана Кулика. Більше 50% дорослих українців щодня п'ють каву. Хтось надає перевагу розчинній, приготованій вдома. Комусь до смаку лише свіжозмелена, приготована баристом. У Черкасах є багато закладів, де готують каву найнезвичнішими способами. Як опанувати мистецтво латте-арту або ж приготувати каву у аеропресі чи сифоні, нам розповіли в одному з таких закладів. Детальніше про це дивіться у сюжеті. За давніми переказами, каву почали вживати ще цивілізації Близького Сходу. Перша достовірна інформація про цей напій з'явилася у 9 столітті до нашої ери, коли знаменитий лікар Авіцена рекомендував своїм пацієнтам споживати каву як ліки. Першу кав'ярню відкрили у 1564 році в Стамбулі, і після цього вони тут з'являлися як гриби після дощу. Європейці смакують кавою порівняно недовго – всього 300 років. До Росії, а згодом і до України, у 1812 році кавові зерна потрапили завдяки Петру І, який спробував дивонапій в Голландії. Зараз кава – це напій, з яким прокидається і без якого багато з нас не уявляють свого життя. Існує безліч видів та сортів кави, способів її заварювання. В Черкасах, як і всьому світі, є кавомани. І хоча жителі цього міста п'ють здебільшого розчинну каву з магазину, її справжні гурмани. Захоплення Анастасії цим напоєм призвело до того, що вона навіть відкрила кав'ярню. А все починалося ось так. Все началось з того, що всі в студенческі роки дуже-дуже інтенсивно її пили для того, щоб взбодритися. Але в якийсь определенний момент я поняла, що кофе може бути не тільки якоюсь бодрящей джижей, але й чим-то вроде вина для сомельє. І постепенно просто почала немножко больше читать об этом, пробовать, потом начала работать как бариста, и постепенно-постепенно все дошло до того, что стали строить свою кофейню и открыли ее. Дівчина каже, що створення кави – це мистецтво, і для того, щоб його опанувати, треба займатися самоосвітою. Як бариста, обучение все проходить в процесі роботи. Тобто на кожному підприємстві є спочатку стажировка, якийсь там процес обучения в плані школ, коли тебе направляють перекваліфіцироваться і так далі. І все, і потім ти просто нарабатуєш руку в процесі роботи. Тобто це, в принципі, все. Усі поціновувачі кави погодяться з тим фактом, що для приготування смачного напою потрібно враховувати багато нюансів. Недостатньо лише купити якісні зерна, багато залежить від помелу, часу приготування та обраного способу заварювання. Можливо, ви звикли готувати каву в турці або за допомогою кавомашини, проте це не єдині способи приготувати смачний ароматний напій. Сьогодні ми розповімо вам ще про два способи заварювання кави – аеропрес. У 2005 році американець Алан Адлер сконструював аеропрес, який ідеально підходить для приготування незрівнянно чорної кави. Аеропрес складається з наскрізного циліндра, з одного боку якого встановлено фільтр і поршня. Все, що потрібно зробити, це насипати малину каву, налити гарячої води і продавити поршень. На приготування однієї порції йде близько 20 секунд. Гурмани кажуть, що смак кави, приготованої таким способом, особливо насичений і повний. Спочатку ми заливаємо трохи води і чекаємо приблизно секунд 20. Це один із важливих періодів. Заварювання називається предестракція, або ж блум на англійському означає розкриття. Тобто тут зерно можна почувствувати, починає заварюватися максимально вкусно. А якщо не вгадати трішки з температурою, можна вже якось виправити цю помилку чи ні? Ну, з температурою води. З температурою води, да, ну, звісно ж, можна. У нас завжди є куча різних секретів, як це можна зробити. Наприклад, навіть якщо буде зерно, ну, якщо температура буде вище звичайного, зачастую чувствується легкий вкус горечі в зерні. Тогда мы, чтобы перекрыть эту горечь, используем свой известный трюк.
Это вот помешивание. Помешивание ускорит процесс заваривания, так как частички кофе активнее контактируют с водой, и он будет больше отдавать всем известную нами кислоту с арабики. И он будет больше кислый. И это вот их сочетание горечи и кислинки, они друг друга нейтрализируют и будут давать что-то от одно при... и что-то вот одно, вот какой-то один напиток определенный. То есть там не будет ничего такого вот лишнего. И создаем небольшое давление. Кстати, в среднем бариста выжимает здесь 2-3 атмосферы. Если кофемашина дает 9, то здесь получается 2-3. Все знания это получены сами. Это вечные брожения в интернете. Мы смотрим, учимся. Мы всегда ездим в разные кофейни, зачастую в Киев, смотрим на такие мастер-классы, мероприятия. Вот у нас даже на столах есть от одной кофейни известный Fair Finch в Киеве, расписание лекций, мы пытаемся как-то в них ездить. Так что, как нам говорили в школе, что 60% знаний – это самообразование, здесь вот доходит до 99%. Есть какие-то небольшие знания, которые, о которых все знают и которыми все пользуются, но есть еще очень много тонкостей. И для каждого они будут свои, каждый раз это что-то будет новенькое. Я съездил, услышал, подумал, применил, совсем все по-другому, делаем все по-новому. І так от кожен раз відбувається. Для варіння кави ще з 40-х років 19 століття активно використовують ось таку конструкцію – кавовий сифон. У Китаї та Японії цей пристрій є одним з найпопулярніших для приготування густого тягучого напою. Для заварювання однієї порції вам знадобиться близько 25 грамів дрібно змеленої кави. Це один із найцікавіших интересный для меня способ заваривания кофе. Это называется заваривание кофе в сифоне. Собственно, сам вот это вот и есть препарат, это сифон. Он построен на элементарных физических законах. Путем нагревания нижней колбы мы создаем небольшое давление. Нагревается у нас сейчас есть вот такая вот чудесная спиртовая горелка. Создается давление за счет расширения газов, которое собой выталкивает через единственное свободное место, через трубку в колбе, выталкивает воду вверх. В этой колбе находится фильтр. Его можно здесь будет увидеть. Здесь становится специальный тропичный фильтр. Вода поднимается вся наверх и начинает процесс заваривания кофе. После того, как вода полностью поднялась вверх и кофе уже заварился достаточно, это уже проверяет сам бариста лично, у каждого свои рецепты, и все, кажется, смотрят, как оно варится по-своему именно. Убирается горелка, так идет обратный процесс. Газы начинают сужаться, тем самым создают разницу в давлении, которая с собой втягивает через уже готовый фильтр, втягивает воду, которая уже была заварена в кофе, так что, кстати, он уже втягивает кофейный напиток. Так и мы соединяем здесь сразу же и красивую анимацию, и вкусный вкус, и то, что, как важно для меня, для кофе, это небольшое давление, которое выжимает, именно в прямом смысле слова, что-то очень вкусное. Я всегда говорю, когда меня спрашивают, что является работа бариста является не испортить зерно. Мы всегда работаем с очень качественным и дорогим сырьем, и на самом деле очень главное его не испортить. Всегда можно сварить, это всегда будет кофе, но можно выпить кофе и просто выпить кофе, и ничего особенного в нем не получить, наоборот, либо же это будет чашка сплошной горечи, либо же добыть что-то очень вкусное, например, вот это вот зерно из страны Бурунди, я четко знаю, что здесь будут небольшие ягоды и вкус очень вкусный, такого вот морковного фреша. Так что это все можете здесь использовать. Оно вот все зависит, то есть нет никаких определенных правил, оно идет, так сказать, вот очень от души. Ты всегда готовишь именно... Нельзя приготовить два одинаковых напитка. Ты всегда будешь что-то готовить, что-то новое каждый раз. То есть поэтому вот иногда, когда я готовлю такой вот кофе, я говорю, это вам. То есть лично для вас, и я не преувеличиваю, действительно, вот лично для вас он получится именно сегодня вот такой. Сифон – это очень хорошо и вкусно, но мне больше нравится готовить в таком вот чудесное приспособление. Называется аэропресс. Вот сейчас как раз вот тоже Юра готовит. Здесь вот получается гораздо, как для меня, гораздо интересней. Принцип примерно такой же. Соединяется вода и кофе. Все вместе. То есть фильтр, тут стоит тряпичный. Здесь у меня есть бумажный, есть специально для меня сделанные металлические фильтры. Оно все вместе заваривается. И так же самое, создается давление. То есть мы опять же выжимаем зерна по максимуму. Мне нравится лично этот способ приготовления, и в апреле на чемпионате Украины я занял 3-е место по завариванию кофе в аэропрессе.
Так що сюди можна приходити і отримати хороший напиток. Безумовно, важливим є те, яким способом ви готуєте каву. Проте без якісного зерна бажаного ефекту та смакових властивостей у неї не буде. Як же правильно обрати каву, радить Анастасія. По вибору кофе, так, звісно, по вибору сирья – це завжди дуже основна тема. І теж ізначально, коли ми відкривалися, ми поставили собі чітку позицію, що ми будемо економити на всьому чому угодно, але не на сирье, до останнього, там, поки буде можливість, ми будемо використовувати супервисококачественний кофе, хороше молоко. Очень тщательно подбирали зерно, перепробовали очень-очень многих обжарщиков, сортов, остановились на одном. Это компания «Иллюзион». Ее основатель Егор Полянский, он действующий чемпион Украины по обжарке, действующий чемпион по каптестингу. Да, то есть по качеству он тоже такой же скрупулезный сноб, как и мы, как оказалось. Он очень открытый ко всем моментам. Даже если нам какая-то партия что-то там нам не нравится, мы сразу перезваним, это все меняется, все потачивается. То есть в плане там взаимодействия это вообще идеальная компания. По молоку тоже мы очень-очень много перепробовали отечественных производителей для того, чтобы выбрать того, кто нам больше всего подходит. На данный момент это молоко компании «Лактель». Оно максимально адаптировано под работу бариста, под взбивание, под вкусовые качества в тандеме с кофе. То есть тут, да, тут, конечно, очень-очень долгий путь мы пришли к тому, чтобы там обосноваться и использовать там то, что нам действительно подходит. И это касается, эта теория касается абсолютно всего, там, начиная от кофе, заканчивая печеньем, лимонадами и прочим. Мы не используем никаких промышленных сиропов, не покупаем топпинги, все готовим самостоятельно, печенье готовим самостоятельно. Тоже перед открытием мы думали о том, чтобы сотрудничать с какой-то кондитерской, но поняли, что ни одна кондитерская в городе не дает хороший результат в соотношении цена-качество, и все-таки решили выделить каких-то 2 квадратных метра под кондитерское место. Это очень трудно сделать в условиях 30 квадратных метров кофейни, но мы все равно это сделали, и получилось, потому что за нашим печеньем ездят через весь город, поэтому проблема качества здесь такая точно, поэтому стараемся максимально не экономить на сырье, использовать самое лучшее, самое вкусное, потому что потом итоговый результат от этого очень сильно зависит. Тому ви вернетесь, скоріше всього, за хорошим печеньем, чим за каким-то дуже посередственним. А чи можна в звичайному супермаркеті придбати справді якісну каву? Я как гурман і сторонник хорошого кофе, но говорю, що ні. Однозначно нет, потому что все, что представлено в магазинах, это посредственное качество, это кофе, который стоит годами на полках, обжарен коммерческими компаниями в большом количестве. То есть мы понимаем, что когда что-то делается в очень большом количестве, то проблема качества – это самое основное, что может быть. Поэтому плюс оно, в основном еще весь кофе, который в магазинах, он уже смолотый, он адаптирован под потребителя. Это уже неправильно с точки зрения потребления напитка, потому что кофе очень деликатный продукт, который очень быстро окисляется, он мало хранится. Это очень большой стереотип, что кофе может стоять годами, с ним ничего не станется, на самом деле нет. После обжарки зерно живет максимум 30 дней, и все. Дальше это уже весь тот потенциал, который в нем представлен, пропадает абсолютно, и это просто обычный кофе без каких-то классных вещей, типа ягод, цветов, специй и так далее. То есть нет, в магазине в обычном это купить нельзя. В специализированном, да. Но я, как правило, рекомендую покупать кофе в какой-то кофейне, которая занимается свежей обжаркой, и в нашем городе таких немного. Вот, либо же чисто экспериментальным образом там подобрать что-то в таком магазине, как Wine Time, который тоже очень-очень много выделяет вниманию качеству. У них тоже есть кофе свежей обжарки, они там тоже очень трепетно к этому относятся, возвращают партии, там, меняют и так далее. То есть можно еще выбрать там зерно. Вот, как правило, это только кофейни сейчас. Якісні зерна та золоті руки повинні бути, щоб приготувати справді класну каву. Проте всьому можна навчитися, каже бариста Юрій. В сферу кофейну я прийшов, починаю з Нового року, я прийшов, починав свій путь з другого заведення, отработав там 3 місяці і зрозумів, що там в розвитті я немножечко остановився, що я хочу чогось більшого. Вот. І мені випала прекрасна можливість прийти в це заведення. Потому что я знал, какие ребята здесь работают, каков их уровень. Вот. По поводу сложности, сказать честно, я когда пришел сюда работать, я увидел, насколько низок я был в уровне профессионализма как бариста.
Вот. Но понемножечку начал осваивать и альтернативные методы заваривания, которые открыл я именно здесь, потому что до этого я не знал, что существуют какие-то иные методы заваривания, кроме кофемашины, кроме классических итальянских напитков. Вот. Поэтому понемножечку, с каждым днем узнаю что-то новое. Наш шеф-бариста рассказывает мне абсолютно новые вещи, которые я никогда до этого не слышал. Вот. Просто очень много открытий для меня именно здесь, в этом заведении случилось. Альтернативные методы заваривания – это ручные методы заваривания, в которых готовится просто черный кофе, в который вообще не рекомендуется и никогда не добавляется ни молоко, его рекомендуется употреблять без сахара, так как этот напиток и так достаточно уже будет яркий во вкусе, он будет плотным, более плотным, нежели классический там американо, допустим, более насыщен во вкусе. Вот, именно конкретный способ, который я только что готовил, Аэропресс, его изобрели в Америке, его изобрел такой дедушка, как Адлер, для приготовления эспрессо в домашних условиях. Дальше этот способ заваривания усовершенствовали сами баристы, которые поняли, что можно его заваривать по-другому. Есть много способов заваривания именно этим способом, так скажем. Вот. И самое интересное, что готовя альтернативные методы заваривания, все полностью зависит от самого бариста. То есть какую температуру воды он подобрал, величину помола, время экстракции, то есть самого заваривания кофе, сколько раз он помешал, как долго он воду заливал, это все влияет на конечный вкус кофе. Вот, поэтому я думаю, я еще приготовлю, вы попробуйте, почувствуете, что черный кофе может быть вкусным. Вот. На самом деле именно это заведение разрушило для меня стереотип, что кофе должен быть черный, и кофе, именно черный, чернющий, так сказать, и кофе должен быть горьким. Вот. Здесь эти стереотипы разрушаются, ты понимаешь, что кофе преобладает различными вкусами. Мы здесь регулярно проводим каппинги, это профессиональная дегустация кофе. Вот. И ты пьешь несколько чашек кофе и понимаешь, что в каждой чашке ты чувствуешь разный вкус. Какая-то фруктовая кислинка, где-то какой-то цветочный аромат в каком-то кофе, ты чувствуешь более какие-то ферментивные ноты такие вот. Очень много вкусов відкривають іменно якраз альтернативні методи заварення. Кавомани зважають не тільки на те, якими методами заварювати каву, а й на те, як вона виглядає в горнятку. Особливо модно створювати малюнки на лати. Для тих, хто не знав або забув, нагадаємо. Лати – це кавовий коктейль, що складається з однієї частини еспресо і двох частин прогрітого молока з піною. Подають каву лате в айріш-келиху або в високому келиху з трубочкою. Для аромату під час приготування гарячого і холодного лате додають різноманітні сиропи, за винятком цитрусових, бо без них молоко може скиснути. Часто пінку на поверхні напою прикрашають малюнками. Це ціле мистецтво, зване лате-арт. В основном есть две основные техники, это этчинг и питчинг. Все зависит только от того, как вы вливаете молоко в кофе или кофе в молоко. То есть это все считается латте-артом. Самое распространенное и более котируемое в современном кофейном мире, это все-таки стиль питчинг. Это когда вы питчером, это молочник, вливаете молоко в эспрессо и получаются какие-то красивые фигуры. Вот. Поэтому, как правило, вот в основном работают в этом направлении. Есть там еще малоразвитые направления 3D-арта, топпинг-арта и прочего, но это уже не актуально, этим практически никто не занимается. Есть там, конечно, такие кофейни, которые там старые закалки, которые до сих пор работают в таком направлении, но современная кофейня так не работает уже давно, очень-очень давно. Вот. Як же довго треба навчатися мистецтву латте-арту? Все зависит от способностей, ровных рук и желания. У всех абсолютно по-разному. Некоторые могут обучиться за 4 дня, и уже все будет хорошо получаться. Некоторые месяц будут биться головой в стену, у них не будет получаться. Это все очень индивидуальная вещь. По себе знаю, что какие-то базовые фигуры у меня начали получаться достаточно быстро, но когда начал вопрос усложнения, то до этого это, конечно, был очень кропотливый, долгий процесс, где-то порядка месяца оттачивания, калибровки и так далее.
так далее. Там, по своим ребятам знаю, что, ну, в принципе, так, такая точная схема, базовые фигуры там получаются достаточно быстро. Когда уже идет вопрос усложнения, то тут уже как бы нужно больше тренироваться, больше думать, как вливать, как поставить руки. Очень-очень многие занимаются самообразованием, помимо там практики, постоянно смотрят какие-то видео на Ютубе, читают очень много литературы, то есть это очень индивидуальная вещь. Юрій опанував ази створення лати-арту за досить короткий проміжок часу. Каже, що для цього треба бути акуратним та зосередженим. Работая в предыдущем заведении, в котором я работал, там лати-арт не требовался как стандарт подачи напитка. Вот, поэтому там не было времени для этого. Поэтому как-то у меня и не получалось. Вот, придя сюда, меня с первого дня учили рисовать, так как здесь лати-арт это обязательная составляющая для подачи напитка. Так как напиток должен быть не просто вкусным, но и красивым, чтобы на него было приятно смотреть. Вот, учился я этому, учусь уже на протяжении здесь 2 месяцев. Вот, что-то получается, что-то не получается, с переменным успехом. Вот. Та все ж, попри колосальні старання цієї команди кавоманів, сформованої культури споживання цього напою у Черкасах, на жаль, ще немає. Ми изначально, когда открывали кофейню, ми сразу були настроєні на те, що ми будемо дуже активно популяризувати правильний кофе в маси. И делать очень много для этого всяких мероприятий. Первое, то, что мы запустили, это был кофейный лекторий. Раз в месяц кто-то из наших бариста выборочно готовил лекцию, интересную для гостей, на разные интересные темы касаемо кофе. Это могло быть просто тема итальянской классики, как потребляют кофе в мире, тема альтернативного заваривания, то, что вообще для наших людей пока что это непонятно. Тема кофеина, например, это то, что основное есть в кофе, то, что всегда интересно. Это то, что мы основное первое ввели. Потом мы начали заниматься, развивать подразделение в кофейне как обучение. Провели несколько школ, делаем выездные школы для предприятий. Например, когда нас приглашают обучить просто ресторан, кафе там, и так далее, кофейному искусству. Делаем индивидуальные школы, когда человек, который просто хочет обучиться, он приходит к нам в индивидуальном порядке, становится частью нашей команды на определенное количество времени, стоит за кофемашиной рядом с бариста, обучается, смотрит, как происходят все процессы под моим чутким руководством. И вот последний наш опыт, это мы сделали групповую школу, первую запустили по лати-арту, собрали, школа была настроена на больше на заинтересованность именно бариста, собрали ребят с разных кофеен, 5 человек пришло, и целый день в формате интенсива мы обучались, взбивали молоко, много рисовали, полностью закрыли половину кофейни на время проведения школы. Вот, так что в дальнейшем это будет развиваться. Следующая школа уже запланирована на следующий месяц, уже есть желающие, уже пошла запись, поэтому потихоньку развиваем это. Работая здесь, я заметил, что в Черкасах очень плохо развита культура потребления кофе, культура правильного потребления кофе. Жители нашего города привыкли к низкосортному кофе, которое продается у нас на каждом шагу, вот этих каких-то киосках, там, где готовят там, в лучшем случае хотя бы заварной кофе, но в худшем просто подают растворимый, и люди принимают это как должное, считают, что кофе такой должен быть. Вот. Но мы стараемся менять всю ситуацию, мы стараемся развивать кофейную культуру в целом, культуру правильного потребления кофе. Вот. По поводу уподобань, все-таки заметил, что наши жители любят что-то пробовать, что-то необычное. Вот. То есть поэтому мы готовим различные напитки на основе эспрессо. Готовимся с домашних ингредиентов. У нас есть наш фирменный напиток арахисовый латте, который мы готовим с арахисовой пастой, которую сами здесь же готовим. То же самое банально карамель мы готовим сами. То есть все ингредиенты, которые мы используем в приготовлении кофе, это все домашнее, все делается именно здесь. Мы решили не покупать ничего стороннего, чтобы все было максимально, так скажем, домашнее. Вот, и стараемся придерживаться этой атмосферы домашней в нашем заведении. Пам'ятайте, що кава може бути водночас корисною, якщо нею не зловживати, і шкідливою, якщо пити її цілодобово. Тому будьте свідомими і пам'ятайте, що навчитися мистецтву лати-арту або заварювати каву в сифоні можна, головне – мати бажання. Українці
надзвичайно талановитий та співочий народ. Це підтверджують і наші черкаські виконавці. Зараз ми знаходимося у парку Перемоги. Тут виступають гурти «Орфей» та «Перлина» – будинку культури імені Кулика. Говорить, що на один день треба дивитися, як на маленьке життя. Тому й позитивних емоцій та приємних моментів треба брати від цього дня якомога більше, аби потім не жалкувати. Радість в очах та драйв від справи, якою займаєшся, є у артистів Черкаського будинку культури імені Івана Кулика. Спочатку місяця вони беруть участь в досить цікавому проєкті. Співають просто небо у парках та скверах, аби підсилювати черкащанам неповторні моменти літа. Це така акція у нас почалася, можна сказати, з Івана Купала, та навіть трошечки раніше. Спочатку, в принципі, з початку липня. Наші колективи виїжджають сюди в парк і в інші парки, і тут даємо концерти. Ініціативу таку проявив є такий новий заступник директора дирекції парків, депутат міської ради Олексій Мельник. Якби він запропонував, мені ця ідея сподобалася, тому що зараз якби люди в основному в відпустках, ну, колективи творчі, да? А наші колективи, в принципі, є такі, які можуть і хочуть виступати. І хоч зараз традиційний сезон відпусток, артисти не дозволяють собі розслаблятися. Ми зібрали колективи наші, ті, які були не у відпустці, запропонували вибрати собі день, вибрати собі час. В принципі, дирекція парків дає транспорт. Ну, якби в нас проблем в цьому. Так. А найближчим часом плануються теж якісь концерти, заходи? Більш активним буде серпень, тому що, ну, дуже мало людей зараз в липні саме на робочих місцях. А що можете сказати нам про виступ саме от сьогоднішніх виконавців? Сьогодні в нас минулої п'ятниці виступала ця група теж. Це гурт «Орфей» і дівчата «Перлина». Минулого разу до них долучилися, пам'ятаю, хто долучився, цього разу ще Геннадій Осіпенко. Це він керівник нашого колективу «Позитив Композішн». Вони теж збираються десь, можливо, в кінці місяця цього чи на початку серпня дати концерт або в цьому парку, або «Сосновий бір». Вирушаючи на зйомку, ми були налаштовані скептично. Четвер, 6 година вечора. Думки про кінець робочого дня заполонили всю знімальну групу. Проте, як тільки ми почули спів посеред парку, зрозуміли, що буде цікаво. Так воно й вийшло. У парку Перемоги і людей зібралося багато, і артисти запальні. Хіба ж такі дівчата можуть залишити містян байдужими? Хмільної вино, що
тут перлина існує недовго. Проте дівчата вже звикли одна до одної та мають свій репертуар. Ми зазнались 3 роки назад. Я приїхала в цей город і не знала, де себе востребувати як исполнительница, як певица. Попала в коллектив «Канон». А еще мне захотелось свой коллектив иметь. И я создала такой вот небольшой дуэт. Мы выступаем в парках, на городских мероприятиях. Дарим праздник, положительное настроение. И себе тоже эмоции. На питання, чи важко працювати в жіночому колективі, Анна Кудін, не приховуючи емоцій, відповідає. Ми так спіли з першого дня, і мені дуже комфортно з ней, гармонічно. Поміняти не хочу. Для іншої учасниці гурту Марини співати у перлині надважливо. Дівчина каже, що окрім цього колективу має й іншу роботу, але співати тут – це для душі. Скажи, будь ласка, як давно з'явилася музика у вашому житті? Ще з дитинства я навчалася в музичній школі, співала в колективі. Я десь 6 років почала музикою займатися. Пропонуємо вам насолодитися запальним співом дівчат ще раз. Ліється пісня на простори. Сонечко, щоб віконечко завітало хоч на мить. А нас б'ють, ми не падаєм, а женуть не йдемо. Про поганий не згадуєм і щасливо живемо. А ми в своїй сторінці хоч на хустинці вріжемо пака. А ми українці, ми українці, доля в нас така. Хоч на хустинці вріжем вопака. А ми українці, ми українці, доля нас така. Ой, земле, земленько, як же темненько, та й не видно небо край. Ой, літо, літонько, своїм дітонькам з неба зорі назбирай. А нас б'ють, ми не падає, а женуть, а йдемо. Свою згадує і щасливо живемо. А ми в своїй сторінці хоч на хустинці вріжемо пака. А ми українці.
українці, ми українці, доля нас така. А ми в своїй сторінці, хоч на хустинці, вріжемо пока. А ми українці, ми українці, доля нас така. Чоловічого вокального гурту «Орфей» теж не пасуть задніх. Колектив створений близько 5 років тому, відразу завоював любов жителів міста. Тобі до ній
наш гурт створився десь близько 5 років тому. Ініціатором нашого створення був Євгеній Володимирович Воловенко. Чому він створив це, вже в попередніх передачах говорилось, ну просто що треба було створити гурт. І потім він і сам не думав, що це буде наскільки ходовим гуртом в місті, впізнаваємим за її межами. Ми подорожуємо і в Черкасах, в області, і навіть за кордоном. Декілька разів були вже, це тільки ми в Фінляндії, а хлопці з 2008 року ще подорожують. Це тоді так був перший состав «Орфею». У репертуарі колективу багато творів класичного, народного та естрадного напрямів. Незвичайне аранжування та сценічний образ колективу принесли нове трактування добре знаних класичних і народних вокальних творів, наприклад, як ось цих відомих українських пісень. Соловей у саду тьодатьом, канарейочка, Роман Козиль, Явка, Яжи, Катерина, Загріба, Грицьку воли напуває, гарна воду виття. Ой, мамо, люблю риця, різна коміку витиця, Грицю шапка до лиця, люблю риця молодця. Того кривиці воду брати. Соловей в саду тьом-да-тьом, канареєчка, Роман Косить, Гавка ляже, Катерина загріба, Грицьку воли напуває, Анна воду витя. Ой, мамо, люблю риця, Гриць на комику і тиця, Грицьці шапка до лиця, люблю риця молодця. Зустрілася з Іванком та й простояла до ранку. Соловей у саду тьох да тьох, канареєчка, Роман Косить, Явка ляже, Катерина загріба, Грицьку воли напуває, Анна воду витя. Ой, мамо, люблю риця, різне колику витиця, Грицьці шапка до лиця, люблю риця молодця. Шапка до лиця, люблю гриця молодця. Ой, мамо, люблю гриця, різне комику витиця, Грицю шапка до лиця, люблю гриця молодця. Сльозами вмита, наливаймо.
Справжні пісні ці хлопці виконують на високому рівні. Вони планують розширювати коло своїх слухачів. Надалі, мабуть, з осені починаючи сезон, то будемо їздити і ближні села, як кажуть, і далі по області. Плануємо по Україні, щоб трошки нас пізнавали вже не тільки в межах області. Родзинкою імпровізованого концерту у парку «Перемога» став виступ заслуженого артиста України Геннадія Осипенка. Я спав руками у вогні, біда свій на мені, і тільки мати у селі в сльозах журилася. А я синочки в обіймав, і сам себе я запитав, о, де ж ти, наша доля, забарилася? Зростають у гніздечку соколя. Не забудьте поміж тим. Ось
наша програма і добігла кінця. Не втрачайте оптимізму та віри в краще. А ми побачимося з вами наступного тижня о цій же порі.